И снова здравствуйте. Это видео, наверное, конечно же, для девочек. Но мальчики, которые сейчас открыли видео, не захотят смотреть дальше и его закроют. Перед этим, пожалуйста, поставьте лайк в поддержку канала. Ведь по барахолкам вам все-таки интересно со мной гулять, раз вы остаетесь на моем канале. Так, сегодня я вам рассказывала о том, что мы получили прописку, показывала покупки из Walmart и сказала, что мы пойдем в торговый центр, потому что срочно нужно найти мерцающие босоножки. Потому что на тех босоножках, которые мы купили в мае, у нее стало отпадать, прям раскрошилась подошва. И как-то так само собой получилось видео. Поэтому да, пойдемте погуляем по магазину. А вообще, наверное, видео навеяно некоторыми комментариями. Есть случайные люди, которые попадают на канал и говорят: «Вы не похожи на беженцев, посмотрите, вы же очень даже неплохо выглядите». А я смотрю и реально понимаю, что я в этот момент в футболке за 3 евро. И поэтому давайте пойдем посмотрим, что можно найти прилично и недорого. Мы сходили, нашли торговый центр. Мирославе повезло. Мне ничего не повезло. Купила на распродаже только очки. Мирославе купили аж 2 пары босоножек. Там тоже уже была распродажа. Вот. И сейчас хотим пройтись и посмотреть, работает ли один магазин. Я очень хотела в него попасть, там написано, что это секонд-хенд и типа сток, аутлет, но мы туда один раз приехали в будний день, и там было закрыто. Хотя по витринам видно, что магазин в целом работает. Мы ничего не поняли, но сейчас попробуем туда сходить и посмотреть еще раз, что там есть. Если что-то купим, я вам покажу. И заказала себе, у меня телефон Samsung Galaxy Note Ultra 20, ну, по-моему, так называется. В общем, смысл в том, что к нему есть такая ручка, но это не обычный стилус, не просто палочка, да, магнитная, а она с определенными функциями. Вот, и в этом уникальность моего телефона, и она очень мне нужна. Я очень к ней привыкла и без нее очень страдаю. Мне ее Мирослава поломала. Я была, лежала что-то, монтировала, оставила на секундочку ее на кровати, Мирослава быстро пришла, решила там кота погладить или что-то. В общем, уперлась локтем в эту палочку и сломала ее пополам. Мне она сильно нужна. Я зашла в магазин техники, у них в наличии нет, но заказали. Будем ждать оповещения на электронную почту, когда она приедет. Так, случайно зашли в какой-то магазинчик, название подпишу. Это какой-то такой, мне кажется, самый дешевый какой-то магазин товаров для дома и попутной одежды. И спонтанно мы совершили покупочки. Так, льняной костюм, ну, вернее, все продается отдельно. Я шорты купила, они выглядят неплохо. Хоть шорты это, я в шортах хожу редко, но здесь такая жара в основном бывает, что готов пойти и без шорт. Верх в размере М на меня оказался очень огромным. Вот. И вот такой сарафан я тоже взяла. Он тоже хлопковый. Легкий. Хорошо выкроен. И ценник тоже очень приятный на него. Так что можно в любом магазине найти себе вещи. Хотелось мне такое какое-то более романтичное платье. Про платье ничего не могу сказать, но прекрасно, просто у каждого свой
типаж внешности, свой тип фигуры, и, ну, я себе в нем не очень понравилась. Я не могу сказать, что оно меня украшает. Вот это платье очень хорошо может вам выглядеть в зеркале. Оно вискозное, но у меня небольшой рост. А сейчас в основном европейские марки шьют одежду на рост от 170 и выше. Поэтому сейчас я приподниму плечо, и вы поймете, что проймы оказались у меня практически на талии. Так, мы пошли дальше все-таки в поисках того магазина, к которому мы шли изначально. Я купила себе шорты и этот зебровый сарафан, а Мирослава вот те вискозные кюлоты. Так, сейчас покажем вот такое название. Сейчас покажу в витрине одно платье. Сам магазин был закрыт, а платье мне понравилось. Во всяком случае, визуально. Вот здесь вот это все черное, это вышивка крестиком. Так, это у нас что, какой-то новый формат намечается, да, видео или что? В общем, в целом, не считаю себя моделью совершенно и не знаю. Но захотелось вам показать, если уж мы говорим о ценах, если мы говорим о шопинге, но я, например, знаю точно, что я не буду снимать форматы типа цены на продукты. Я не люблю смотреть такие форматы, мне не заходят такие блоги, вот, поэтому и снимать это я точно не буду. А вот, ну, мы сейчас в таком положении, и много именно мне задают вопросов, с кем я встречаюсь, что вот где можно взять там что-то, да, недорого, подешевле. То есть ходить, показывать просто магазины, которые есть, и ценники в них на одежду, ну, нет смысла. Все знают цены на Восмаркет, все могут открыть сайты определенных фирм. Вот, а вот где можно купить что-то недорого, я всегда, наверное, буду показывать, если вам понравится. Так, а вот этот магазинчик, к которому мы шли. В общем, я просто нашла, я отсматривала прям в навигаторе различные секонд-хенды в поисках и посудных секонд-хендов, и чего-то интересного. Вот, и там было как-то так удачно сделаны фотографии на сайте, что мне казалось, что это прям такой уж магазин. Там печаль такая, полнейшая, просто печаль, беда. Ну, совсем. Там даже аж сигаретами воняет. Хотя, ну, я могу найти, наверное, что-то практически в любом секонд-хенде, честно говоря. Но там печаль. Но мы, конечно, взяли за 2 евро такая новенькая, просто типа длинная футболка, как домашняя, вместо платья домашнего. Вот. И все. Так, Мирослава, ты нам покажешь босоножки? Боком. Надо пойти в эту большую шпаркассу и открыть нам карту, наверное. Тимофей, повернись сюда. Ну, повернись. Тимофей. Посмотри на меня. Посмотри на меня, говорю.